фильм, пока под условным названием «Убийство городов», потому что это просто повторение романа. Я думаю, что у фильма будет несколько другое название. Пока это «Убийство городов» по роману Проханова. Сейчас мы проводим подготовительный период, предподготовительный период. Что такое предподготовительность? Мы получили очень небольшое количество денег от фонда поддержки кинематографии на проведение вот такого вот предподготовительного. Почему? Потому что нас 4 раза закрывали. Нас закрывали на идеи, так сказать, этого фильма о Донбассе. Нас закрывали на сценарии на этом Донбассе. И нас закрывали на презентации этого фильма. Но каждый раз открывали. Почему? Потому что я думаю, что и власть придержащие понимают необходимость этого фильма. Абсолютно. Но по жанру это абсолютно новое. Потому что, кстати, в Америке это достаточно частая история, когда случается вот политическое событие, и тут же сразу после него идет кинофильм. У нас это не бывает практически никогда. И вот фильм о Донбассе, о событиях там происходящих, мне кажется, принципиально нужен. Принципиально нужен, чтобы мы не забывали об этом Донбассе, чтобы мы не слили этот Донбасс. Потому что Донбасс – это передовой рубеж нашей с вами обороны, если хотите, Родины. И мы не можем забывать о русских людях, находящихся там. Поэтому, мне кажется, этот фильм абсолютно необходим. И хотя сопротивление по этому поводу страшное нашей либеральной общественности, они его не хотят. Почему у нас такие сложности были. Но думаю, что в конце концов этот фильм получится, и зритель увидит его. Главную роль будет исполнять актер Меньшов, известный всем. Роль молодого героя будет исполнять артист Чадов. Ну, это, собственно, вот основное, что там есть. 2 главных героя этого фильма. Пока все остальные в процессе, так сказать, нахождения. Но это 2 героя, которые согласились. Участвую, и я очень рад этому обстоятельству. Они очень точно попадают. И самое главное, они с удовольствием откликнулись на это предложение. Хотя, в общем-то, это будет достаточно сложно. Сказать об этом, почему сложно, например, мы не можем найти актрису на роль героини главной. Они боятся. Они боятся, что либеральная общественность после этого отвернется от них. Вот так. Здесь нужна еще и политическая смелость. Как сказал Меньшов, это не фильм, это поступок.